Мы вышли на Джоша, соус чили, когда он постил видео против CTOS. На запись он был в дурацкой маске в виде черепа. Наверное, такую можно купить за доллар. В прорези было видно глаза. Чел не знал, что так его вычислить проще простого. Да и голосовые фильтры ему не сильно помогли. Джош говорит, скажем так, своеобразно. Сказывается синдром Аспергера. Ситара быстро его нашла. Не таким мы его представляли. Если говорить про программирование, тут Джош даст фору всем нам. В CTOS на парня навесили клеймо неполноценного. В профиле стоит неуравновешенный, страдает психическими расстройствами. В общем, все это бред. Джош почти сразу стал нашим мозговым центром. Может, его логика кажется странной. Для него есть только правильно или неправильно. И да, иногда он выглядит смешным. Но с таким профилем в CTOS невозможно даже найти работу. Парня сделали изгоем. Конечно, мы решили помочь. До встречи с нами Джош пытался бороться с системой, но не мог выбрать тактику, разменивался по мелочам. Шикарно! Спасибо, сэр. Да, сэр. Я сделал, что мог, ясно? Ну, ты молодец. Ты разберешься. Я не знаю, что ты наезжаешь. Просто без нужных компонентов придется... Эй! Прошу, ты можешь с самого начала перепрограммировать или... Господи. Принес кое-что. О, класс. Супер. Энергетикам отказать. Это же жидкий кокс. Зачем такое Джошу? Нет уж. Погнали! Да! У-у-у! Я люблю тебя! Да, я вот что скажу. За всех нас, за грёбаный дедсек. Да. Самых охрененных хакеров, кодеров и воров. Да, брат. Так, если что, я этого не говорил. Короче, за дедсек, сучечка.